Привет, дорогой зритель. Комиксы — это прекрасно. И ты, наверное, задумывался, что ты и сам можешь их рисовать. Но для этого нужно постичь хотя бы базовые знания о рисовании. И я думаю, я знаю, как тебе помочь. Хочу порекомендовать канал «Рисование для всех». На этом канале сотни туториалов и даже есть по Undertale. Хочешь для себя нарисовать Фриско или Флауи? Легко. Хочешь нарисовать Чару? Не вопрос. Хочешь нарисовать Тэмми? Еще легче. Также ты можешь нарисовать какой-нибудь рисунок и отправить ей в группу, и твой рисунок окажется у нее в видео. А еще заходи к ней и пиши в комментарии, кого бы ты хотел, чтобы она нарисовала. Я, например, напишу в комментарии, чтобы она нарисовала Undyne. Было бы круто, если бы она ее нарисовала. Кстати, прямо сейчас у нее вышло новое видео на канале. Самое время, чтобы подписаться и написать ей комментарий, кого бы еще ей нарисовать. Видосики у нее классные. Также она рассказывает интересные истории про тех персонажей, которых рисует. Ссылочку на ее канал оставлю в описании. Так что обязательно подписывайся и не пожалеешь. Ты такой ленивый! Прости, бро, но сон так легко мне дается, что я могу делать это с закрытыми... Не смей! Глазами. Санс, не хочешь познакомиться со своим младшим братом? О, ага. Нех! Давай еще раз. Летит самолетик. Открывай рот. Скажи «А». Это самый худший день. Санс! Что? Санс, Санс, Санс! Это лучший день в моей жизни. Привет, Папирус. Не хочешь немного? Бро? Я здесь! Ёптыс! Не! Поймал, поймал, поймал! Не-не-не-не, он же умер, Я нормально. Не бойся, Папирус, все будет хорошо. О, господи, никого нет. Я найду помощь, не переживай. Все болит. Давай, бро, ешь. Ну, по-моему, это еда живая. Ешь, иначе не вырастешь таким же большим, как я. Ладно. Следующее утро. Эй, пап. Санс, ты был прав. Какого ху... Не могу поверить, ты оказался прав. Ты был прав, ты был прав. Божечки, я теперь выше тебя! Разве не круто? Кстати, что у нас сегодня на завтрак? Брат, ты уверен, что от этой еды я вырасту еще выше? Абсолютно. Хорошо. Очень вкусно, Папирус. Ты превзошел сам себя. Правда? То есть, верно, дорогой брат. Только я, великий Папирус, способен создать настолько изысканные спагетти. Малой, зацени. Ведь я... Конечно. Тем не менее, ты знаешь, как по-французски сказать «приятного аппетита»? А, по-моему, это... Бон аппетит? Что? Я что-то не то сказал? Мамочки. Санс. Ничего, я уже почти все. Я не могу пошевелиться. Так ты будешь в тепле. Но мне не холодно. Вот так. Готово? О, ты такой милый. Теперь пошли, я есть хочу. Эй, папс, ты готов? Да. Та-да! Тебе нравится? О, боже мой. Он надел мою одежду. Гляньте, гляньте, гляньте. Эй, Грилби. Я так горжусь. Разве он не потрясный? Он как будто маленькая версия меня, только круче. Боже, вот бы сейчас камеру. Много ли мне для счастья нужно получить на Новый год? Мне не нужны подарки. Ты издеваешься? Что Дед Мороз с собою принесет? Лишь бы я был с тобой, знал бы ты, какой ценой. Исполни мою мечту. Мне в подарок нужно лишь, чтобы мой брат был счастлив. Что?
исполни мою мечту. Мне в подарок нужно лишь спагетти. Ты точно не хочешь что-нибудь еще? Например, кое-какие очень дорогие... Спагетти? Я подарок. Эй, папс, что сказал дождевой червь, увидев тарелку спагетти? Что? Ну и разврат. Знаешь, почему призраки любят лифты? Почему? Они поднимают им дух. Эй, Метатон. Что? Как маленький компьютер называет своего отца? О, пожалуйста, не... Папка! Эй, Грилби, монстр с дислексией входит в... А? Это замечательно, Санс. Ты игнорируешь меня, да? О, ясно. Андайн! Санс, что за ху... Что сказал чувак, который ведет себя как замороженная рыба? Что? Такова моя ментальность. Пошел вон из моего дома! Эй, Альфис, что ты чувствуешь, когда у тебя заканчивается кофе? А, мы все еще говорим о... Депрессе. В чем разница между снеговиком и снежной бабой? Снежные шары? Ха, я уже слышал это, малой. Малой? Эй, папс, в чем разница между некомпетентностью и безразличием? А, не знаю. И мне все равно. О, боже. Ты смеешься? Ты смеешься? Неправда. Правда. Санс? Да, Папирус? Кажется, я потерял свой телефон. Не может быть. Можешь сделать вызов? Конечно. Я точно оставил его где-то здесь. Телефон Папируса, телефон Папируса. Санс! Что? Ты знаешь, что я не... Погоди-ка! Кажется, я что-то нашел. О, что это у нас здесь? Вауи! Санс, спасибо! Я так переживал! Я часами искал его, а ты нашел его так легко! Часами? Да! Ты лучший, Санс! Санс! Тише, тише, не плачь. Так я и не плакал. Знаю, но ты выглядел так, будто тебе нужна атака обнимашками. Спасибо, Папирус.